Аграрии поставили перед собой высокую планку – до середины октября выполнить не менее 80% работ. В городском управлении сельского хозяйства рассказали, что сев ведется с внесением в почву сложных минеральных удобрений. В посевной кампании задействованы более 50 единиц техники. Также фермеры Анапы завершают уборку урожая винограда. Средняя урожайность составляет более 90 центнеров с гектара.